Сегодня днем на трассе М7 в Цивильском районе столкнулись две автомашины. Одна – служебная ГИБДД. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два сотрудника дорожно-патрульной службы, а также водитель второго автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работают следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы. Около 11 часов 14 минут 28 августа текущего года на трассе М7 Москва-Уфа у деревни Игарвара Цивильского района произошло столкновение двух автомашин, в том числе служебного автомобиля ГИБДД. В результате ДТП погибли два находившихся в служебном автомобиле ГАИ, сотрудника дорожно-патрульной службы, а также водитель второго автомобиля. По данному факту Цивильским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Сразу после получения сообщения о ДТП на место происшествия выехали следователи, которые произвели тщательный осмотр места происшествия. С целью установления всех обстоятельств назначены судебно-медицинские экспертизы, а также автотехническая экспертиза. Причины ДТП устанавливаются. Кроме того, принимаются меры к установлению, кто именно нарушил правила дорожного движения, повлекшие столь тяжкие последствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Назначена автотехническая экспертиза. Также принимаются меры к установлению, с какой скоростью двигались указанные автомобили, – устанавливаются иные причины ДТП.